Сегодня, общаясь с губернатором на удаленке в режиме онлайн-приема граждан, организованного «Единой Россией», екатеринбурженка Елена Малюкова пролоббировала на весну замену старых продуваемых всеми ветрами автобусных остановок на новые современные, которые в следующем году, как пообещал мэр Александр Высокинский, появятся на улицах Проезжая и Губахинская. У женщины на изоплите живут пожилые родители. Из-за самоизоляции они сами не могут съездить в аптеку за лекарствами. И Елене Владимировне приходится на автобусе возить пилюли родственникам на улицу Проезжую. Там остановки старые, ни скамеек, ни освещения. Пожаловалась горожанка. В ответ на ее просьбу градоначальник пообещал поменять 7 остановок на современные. И не только на изоплите, но и вдоль дороги, ведущей в поселок Калиновский. Контракт уже заключен. Подрядчик на объект должен выйти в апреле. Губернатор поручил мэру взять остановочный вопрос под личный контроль. Ну, давайте так, в июне месяце надо, чтобы уже обустроены были эти маршруты с остановками. Поэтому, Елена Владимировна, вас ответ такой устраивает? Да, конечно, спасибо огромное. В ходе делового онлайн-общения глава города уточнил, что в Екатеринбурге существует муниципально-транспортная программа, в рамках которой в 2021 году обновят 73 остановки общественного транспорта.